Сотрудники Министерства сельского хозяйства региона решают не менее глобальные проблемы. Так, например, за осень специалисты подняли со дна ангары более 800 килограммов рыболовных сетей, которые оставили после себя браконьеры. В этом году работать было гораздо труднее из-за высокого уровня воды в реке. В некоторых местах глубина достигала 15 метров. Кроме ангары, специалисты также исследовали дно братского водохранилища. Операции по вытягиванию сетей проводились вручную, а это непросто. Ведь неводы, которые оставляют после себя рыбаки, очень быстро обрастают водорослями, мусором и гниющей рыбой. Это приводит к тому, что изделия значительно прибавляют в весе. Основная же причина, по которой сети остаются в воде на долгие годы – забывчивость браконьеров, которые просто не возвращаются за уловом. Между тем, полимерные изделия уходит на дно и может там разлагаться до 500 лет.